Дмитрий Пасечник, Монастырище. Весовая категория до 66 килограмм. Юрий Мальдаков. Ему 14 лет, представляет город Черкассы, комплексную ДСШ «Виктория». Боксом занимается 6 лет. Провел 79 боев и в 74 одержал победу. Юрий является чемпионом Украины 15 года и чемпионом Европы 15 года в городе Анапа. Под руководством мастера спорта Украины Александра Пискуна. А в этом бою техническим нокаутом победу одержал Юрий Майдаков. Большое спасибо. Боксеры награждаются. За второе место награждается Дмитрий Пасечник, Монастырище. Чемпионом Черкасской области 2015 года в категории до 66 килограмм стал Юрий Майдаков. Виктория, Черкасская.